космическом и планетарном плане совсем иной получится расклад. Кора досматривать не для утробы станем, а даже больше рай, а ныне есть и ад. С прицелом к вечности в позиции не нашей, не от утробы с печки танцевать, и не от кухни, извини, с парашей, которой с каждому приходится вставать. Есть цель, не специальность и не дети. По сути, колорадские жуки. Не стройки громадье схватить успеть бы живого мяса пункт не каждому с руки. А есть, я утверждаю, есть, была и будет, цель запредельная, посмертная, незрима. Я о ней узнал из Библии покуда, достичь небесного на всех Иерусалима. Тот город рай, утерянный когда-то, а может лучше, шире, превосходней. И ради цели той я поменяю статус, чтобы в новом бытии мне оказаться годным. Все видимое нами есть совсем не то, а оболочка, хижина и корпус. Вот женщина по конкурсу, она на все, на 100. В действительности только сгусток порчи. Ведь наше тело только лишь жилище одной единственной души или душонки. Она бывает даже снега чище, а может пеной быть сплошным подонком. Считая, святая Библия есть откровение Божье, в ней приоткрыт нам замысел о нас, досмотрим на себя как можно строже. Душа летела к Богу, чтоб, а не плелась. События, поступки, встречи, расставания, во свете Библии да будет все и вся. И не на два колена, чтоб хромали, все заповеди знаем, на любви висят. 16 мая 2007 года.